Доброе утро. Меняем мышление. Еще один заебательский день. Геринджике. Спалось охеренно. На ближнем одеяле было очень тепло. Тут, короче, вообще оказывается еще лучше, чем я думала. Кошак что ли сидит? Мне уже снова готовить завтрак. Тут пицца меня сразу моет посуду. Уже сразу. Без всяких напрягов. Вот так всегда и происходит. Будем вас, кстати, учить правильному мышлению. Нужно правильно мыслить, тогда у вас будет все круто. Понимаете? Если вы просыпаетесь с мыслью, что вы проснулись, сейчас будет еще один гребаный день с очередным голубоебом. Только будет. Что-то непонятно. Надо мыслить по-другому. Исправляйтесь. Сейчас постираем трусы и почистим зубы. О господи, наконец-то мне охота жить. Как я давно соскучилась. Где мы находимся? Ой, я как Тарзан. Ну что, как Тарзан теперь, ёпта? Не как он будильник, который тикает. Спутниковая тарелка. Она не работает. А вдруг работает? Видите, как я высоко забралась. Так что мои слова не просто так тоже. Так, мои любимые качулка. Несомненные и обаятельные. Так. Вспомнить, где бы нам показывали раковину. С раковиной. Я сначала сходила в туалет. О, это дядя Саша, кстати. Самый главный тут.